Дадон, заявляя со всей ответственностью, не станет президентом не из-за того, что он Дадон, а из-за того, что это сегодня стопроцентный проект Плохотнюка. То, что произошло с возрастом, это заговор Дадона и Плохотнюка. И Дадон участвовал во всем этом заговоре. Во-первых, он доказал мне с Настасой, что не получилось через якобы кандидата от оппозиции случайно режим за него голосует пройти, они придумали новый план. То возраст должен быть 35 лет. И Дадон, и Плохотнюк, они прекрасно понимали, кто выиграет выборы. Нет. Плохотнюк сегодня для того, чтобы открыть калитку в Москву, которая сегодня напрочь для него закрыта. Сегодня на Западе у него есть масса проблем. И Дадон президент, это возможность для Плохотнюка зайти в Кремль и сказать: послушайте, с досрочными выборами как-то не очень, но я вашего человека сделал президентом страны. Но! Очень важный момент, что Плохотнюк не скажет главную вещь, что Дадон больше мой, чем ваш, понимаете? Но, Ренат Георгиевич, вы говорите, что он откроет калитку, дверь, не знаю, что там откроет, ворота в Кремль. Но уже не откроет. А вы кого будете поддерживать? Еще раз, я говорю, того, кто обыграет Дадона с Плохотнюком. Дадон — бройлерный политик, который был накачан. У него рейтинг был несколько процентов в течение нескольких лет, пока его не начали с кем-то фотографировать, с кем-то организовывать встречи и так далее. Дадон для меня перестал существовать как политик. Дадон, заявляя со всей ответственностью, не станет президентом не из-за того, что он Дадон, а из-за того, что это сегодня стопроцентный проект Плохотнюка. Дорогие друзья, 13 ноября граждане Молдовы будут во втором туре выбирать президента. На сегодняшний день очень сложная ситуация, очень много разных мнений, очень много разных позиций. Я могу сказать, что для меня это очень сложный выбор, потому что людей в очередной раз разделили на правых, левых, на запад и восток. Но сегодня я не могу поддержать Майю Санду, потому что это проект Вашингтонского обкома и проект именно тех американцев, которые до сегодняшний день крышуют Плохотнюка. Те ценности, за которые выступает Майя Санду, они не совсем приемлемы для меня, кроме одной. Это борьба с режимом Плохотнюка, проведение досрочных парламентских выборов. Но у нас есть договоренности. Я человек, который держит свое слово. Значит, несколько месяцев назад, когда мы обсуждали первый тур, второй, у нас была договоренность с Дадоном, что во втором туре, кто бы ни прошел, будет поддержит кандидат «Центр левых». Сегодня Дадон является единственным кандидатом во втором туре от «Центр левых». Кандидат, который обещает определенные вещи, в том числе роспуск парламента, досрочные парламентские выборы. На последней пресс-конференции сказал, что Плохотнюк уедет из страны. Это новость, скажем так, обрадует всех жителей страны, если это произойдет. Поэтому сегодня политически я могу поддержать только кандидата от «Центр левых», кандидата Дадона. Я свое слово держал. Я призываю всех сторонников голосовать за Игоря Дадона.